сутварью, с мебелью. В то время Сергей Евгеньевич начинает конструировать мебель. Потом как-то подходит к тому, что надо делать детали. Он полностью, полностью освоил специальность резчика по дереву. И в этом тоже достиг очень большого профессионализма. Вот именно это и стало основной его работой в Вене. Он работает в реставрационных мастерских, очень серьезных, где реставрирует детали антикварной мебели. И также конструирует свою мебель. И в этом тоже достигает очень большого успеха.